Семейное благополучие – один из, получается, как бы следствий результатов той работы, которая в рамках новых стандартов в том числе проводится. То есть вот этот лозунг «семья, школа и ребенок, триумвират», он перестает быть просто лозунгом, он реально показывает свои результаты, а значит, большее количество людей, убеждаясь в возможности и полезности такой работы, они продолжают в этом участвовать. Говоря о внеурочной деятельности как таковой, акцент сегодня, мы считаем, следует делать, поскольку все-таки, ну, наверное, это задача, которую нам нужно решать, в том, что все-таки вся внеурочная деятельность перестала быть, ну, по формату уроком. То есть даже интеллектуальное направление должно перестать быть занятиями за партами. Все в большей и большей степени должно, как бы, ну, и до каждого педагога доходить, и каждому ребенку была предоставлена возможность реализовывать, вообще практически действовать не в стенах школы, ну, не в стенах, по крайней мере, класса и не за партами, а приходя в лаборатории близлежащих вузов, приходя, если мы говорим об интеллектуальной деятельности, да, в те ресурсы, которые есть, ну, в тех же технопарках, и в технопарках не только школьных, хотя и они тоже развиваются.